Я люблю. Солистка ансамбля «Ноктюрн» Марина Шердяева поет с детства. Любовь к музыке пронесла через всю жизнь, а выйдя на пенсию, хобби стало смыслом жизни. Ее репертуар многогранен, но больше по душе песни о любви. До пандемии коронавируса гастролировали по губернии с концертами. Теперь выступают только в Самаре. На этот раз отметили концертом День пожилого человека в ДК «Заря». Времени больше на творчество появилось. На что душа откликается, на то и человек, на то и поет. Не может человек вот стихи не писать, или там не рисовать, или там, и так далее. Ну, мы так же. Вокальный жанр – это наша жизнь. В программе популярные советские песни и народные танцы. Среди зрителей – активисты ветеранского движения, волонтеры серебряного возраста. Для них предусмотрели все необходимые меры безопасности. Этот год не стал исключением. Мы решили подарить, пусть и небольшому количеству наших зрителей, но все-таки праздник. В наш век технического прогресса Дворец ветеранов тоже не стоит на месте. И сегодняшний концерт пойдет в прямом эфире в наших социальных сетях в интернете. Поэтому все желающие, кто не смог прийти на наш праздник, смогут насладиться выступлениями творческих коллективов, сидя у себя дома. Традиционно символом Дня пожилого человека считают ладонь – знак доброты и помощи. И не случайно концерт назвали «Согреем ладони, разгладим морщины». Это напоминание о том, что нужно с пониманием и уважением относиться к старшему поколению. И не забывать протягивать руку помощи тем, кто в этом нуждается. Сергей Кизоркин, Николай Епифанов. События.